Спасибо вам большое. Поздравляем вас. Восхищаемся. Прекрасно все представлено. Какие ваши впечатления? Интерес, он не поддельный к этой выставке, и интерес приумножается. Поздравляем все участники содержания второй срок президентский Медведева Дмитрия Анатольевича. Спасибо вам большое. Господин Надей, как впечатление ваше от церемонии награждения? Впечатление очень сильное. Поздравляем! Да здравствует второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Наша земля, ее тоже нужно любить. Всего вам доброго и хороших впечатлений.
Уважаемый господин президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, мы с госпожой Голиковой, Нестор Дмитриевским, мы с вами просим избирательный срок на президентский срок. Спасибо вам, во имя Отца, Сына, Святого Духа. Мы с Медведевичем Бугран берем второй президентский срок Медведева Дмитрия Анатольевича. И свои награды отдельную медалью Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Ильича Медведева, Владимира Путина, Людмила Санны, Мария Владимировна, день Путина, Сергея Сергея. Госпожа Голиковой, только что госпожа Голикова поддержала второй президентский срок Медведева. Срок Медведева, вот самый передовой курс Медведева, Путина, Собянина, партии «Единая Россия». «Единая Россия». Да поминет Господь Бог во царстве Своем,
всегда и присно, и во веки веков. Прекрасное новогоднее поздравление, обращение к гражданам России. Дмитрий Анатольевич Богулян, господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России, Дмитрий Анатольевич Медведева. Слава! Ура! 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 Победа на века! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро подбой курантов уйдет в историю 2010 год. И вместе с ним первое десятилетие нынешнего века. Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные и грустные моменты. И надеемся, что следующий будет хорошим и удачным для каждого из нас. И для всей страны. Мы будем вместе строить современную Россию. Сильную, открытую, дружелюбную. Прекрасно! Прекрасно! Спасибо. Второй президентский срок Медведев, поддержите! Поздравляю! Призываю всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. За какую самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимир Путин, Сергей Семенович Собянин, партия «Единая Россия». И мы призываем всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. За какую самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, спасибо вам! Владимир Вольфович поддержал прекрасно второй президентский срок Медведева. Высшие награды Медведевым Путиным. Второй президентский срок Медведева. Поддержите! Поддержите второй президентский срок Медведева. Высшие награды Медведева Путиным Собянину. Партия «Единая Россия». Поддержите второй президентский срок. Поддержите второй президентский срок. Вова, говори, как называется торт? Торт? Президент называется торт. Все, давай. Молодец, любимый президент. К ценностям родной культуры, воспитанию уважительного отношения к своему языку. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Рад приветствовать наших друзей. Мощный импульс просветительской и культурной работе. И поэтому...